Постоянно забываю включать эти гребаные зажигательные патроны. Ой-ой-ой-ой, два гранатомета целых. Да отлипни ты от стенки-то, кретина кусок. Это что такое? Ты еще тут что-то пытаешься мне доказать? Вот это вот нехорошо. А теперь ему нехорошо. Это что ли? Фух, доперлись. Кому-то из нас. Гаррис, ты up. Если бы было какое-нибудь отличие. Я бы еще подумал, кого выбирать, а так особой разницы нет. Вот здесь будет сложное чувство. Где противник? Самое сложное в том, что я их не вижу вообще. Даже маркеров не вижу. Так, против щитов, говорите? Ну, попробуем против щитов. Вообще нифига! Ну, вообще нифига! Нифига себе он летает. Ой-ой-ой-ой. Сколько раз ой-ой-ой-ой я уже сказал за миссию. Так. Гранатометчики, вот меня больше всего бесят вот эти гранатометчики. Даже не этот прайм, которого фиг уничтожишь, блин. По нему, в принципе, легко попасть, он большой. А гранатометчик — это проблема. Давай, 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 давай. Получи. Нет, не получи. Получи или не получи? Весь пенициллин израсходовал. Ну я молодец. Ты что здесь сделаешь? Кто бы сомневался, что ты подождешь, пока все враги уничтожены будут. Блин, куда он пропал? Что теперь делать? В башню идти. Путь-то не близкий, надо заметить. Очень даже. Так, берем патроны, идем дальше. Так, надо перезарядить дробовик. Он вроде пустой, да, пустой. Птички летают. Ну, такая планета как раз для птиц хороша. Блин, опять свои растяжки понаставили. Фу. Там что-то лежит. Нужно посмотреть. Модификация очередная. Разрывная модификация, дробовик. Денежки с трупов возьмем. Мы ж хорошие такие люди. Высокодуховные. You heard my message. Send out this
Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dorn hatched. I clean engine parts. Don't move. We've got Medigel. Oh, I've lost too much blood. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower. And you can radio him. То есть он еще и не там. We'll find him. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Corus can get us out alive. And my son. Tell him. Tell Jonah that his father made it to the home world. Johnny. Let's get to that tower. Так, в какую сторону повернуть? В эту. То я уже запутался. Еще одно улучшение. Блин, тут эти гребаные улучшения, они нафиг не помогают. Сначала нужно отключить орудие ПВО. Еще веселее. Так, интересно, курянская башня или какая, или гетская? Кто ее построил-то? Это что такое? Огнеметчика нам еще не хватало. Так, ну он такой, не особо толстый. Толстых я не приветствую. Но вот там стационарное орудие, это может быть не очень хорошо. Так. Ой-ой-ой. У, гребаные гранатометчики, как они меня заколебали. Что с этим делать? Не вздумай трогать эту пушку. Я ее себе уже присмотрел. Я так понимаю, придется отбиваться с помощью этого же орудия. 100%. Блин, откуда сзади? Понятно. Так, почему нельзя отключить? Сюда? Сюда. Спасибо уж. С вашего позволения. Ну, давайте, Эшли. Так, опять отбиваться. Как я и сказал, все очевидно. С помощью этого орудия отбиваться и будем. Так. Вот это уже веселее. У этого орудия вообще нет никаких единиц прочности, что ли? Отлично. Быстро, весело, задорно. Вот это вот уже не задорно, потому что у меня ноль пенициллина, я сейчас сдохну. Представьте себе. Да. Че-то я попер как-то слишком напролом. Так. Так, здесь прячемся. Отсюда уже можно прицельно огонь вести, более-менее. Почему он горит? Почему броня горит? Я не понимаю. В моем мозгу это вообще никак не укладывается. Почему броня горит?
Так. Дубль 2. А самому никак. Мозгов маловато. Так. Не там ты спрыгнул, братиша. В труху, видели? Просто в труху. На нем еще и орудие есть. Надо же, я не знал. Что-то ни разу ими не пользовался, когда нужна была зачистка взлетной площадки, например. В Макдональдсе сижу, Wi-Fi ловлю. Где он еще, адмирал, может быть? Give us your coordinates. Leave me. My crew will soon be overrun. So will you. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them. Admiral, I need you leading the civilian fleet if we're going to end this fight. Civilians? Our entire race took up arms for this insanity. Идиот, скажи свои гребаные координаты и все. Думаю. Скажи свои координаты. Вот индюк, а? Чё тянул, непонятно. У нас еще и такое орудие есть. Да офигеть, полный гребаный арсенал. Мочи. Так. Еще и сзади идут. Ну ладно. Я что, один их всех должен замолотить? Если бы я хоть что-то маленько видел, очень темно. И этот огонь от пушки заслоняет вообще все. Ну, конечно, сейчас нас не... Всегда открывайте вторую дверь в десантном корабле. Не ори. Сейчас вылетишь отсюда к чертям собачьим. Дебошир сраный. Commander, unrest has spread further than I thought. You were right that I return. Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the guests into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Fly safely. Надеюсь, курианцы ко мне присоединились. Commander,
We've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. Time to cut the Geth off from the Reapers and put a stop to this madness. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted. That ought to do it. Edie, this work for you? Yes. It should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. Commander, I gave in to reckless behavior before. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flank.